Но сейчас совершенно очевидно, что Салават поймал свою игру. Команда на волне. Ну-ка. И опять там заскакало. Гол! Лилья! Своячка. Все-таки оказалась от Танька Кореева. Все-таки оказалась в воротах московского «Динамо». «Динамо» возвращает себе преимущество в счете. Но и действительно до этого момента все складывалось неплохо для Салавата Юлаева. Но в одной из быстрых контратак «Динамо» нашли и забросили свою третью шайбу. И наши программы номер 88. Шайбу забросил Яков.